здесь не нашел. Вот задончик. Письменный гранит. Садуя. С телефонки. Письмена. Вот это крупные письмена. А здесь помельче. Это экземпляры поменьше. Вот с красненьким мне нравится тоже. Какие же лаки. Вау. На срезе должно быть интересный рисунок будет. Жемы. Здесь даже халцедончик какой-то врос. Вау. Сейчас за второе. Здесь поменьше образцы. Не падать. Вот плашечка. Здесь медовый. Медовый со светлым. Интересный оттенок. О, повалилось. Эта штука мне нравится. Скупи Санникова на крючке. Но тоже узор не слабый. Может, не такой контрастный, но нежный. Здесь в красном. Здесь в красном. Красавец. Ну, это не очень.
А вот это ничего. С хрустальной горки. Кварц рубашки. Средственно. О, интересно. Вот большой образец тоже. Курочка синенького. А здесь рисунок. Это белый такой, несколько фарфоровидный. Желта. Желудочек интересный. Из той же породы. Оп. О, вот это выйдет. Можно сережки сделать. Классно. Идем дальше. Ого. Сейчас подниму его. Вот эти только. Так, вот это я тоже пробовал пилить этот срез. Вау. Вот что надо было пилить-то. Вот это надо было. Красава. Ну вот это я вообще считаю шедевр. Если внимательно посмотреть, сейчас вот упор сделаю. Вот на этот участок. Такого я вообще не видел. Видите? Красненько обведенный узором. Специалист сделает из него интересную вещь. Это может для мозаики кому-то. Смотрите, такой белый рисунок, обведенный таким вот желто-оранжевым орнаментом. Интересный подход. Может быть. Вот. Здесь тоже вырезать можно хорошо.
Опа, здесь вообще обалдеть. Обалдеть. Именно белая с красным. А вот здесь вот еще желтая конфигурация. Да. Такие вещи вообще встречаются, конечно, нечасто. Во всяком случае, я не находил много. Ну, это с хрустальной горкой. Нежно-розовая корочка. Ну и рисунок в этом же стиле. Ну, вот одно из последних уже. Заканчивать пора. На грядках надо работать. Хватит ерундой заниматься. О, попал. Попал желвачок. Смотрите, какой интересный. Вау. Тоже можно композицию сделать. Жаль, не занимаюсь этим. Последний, по-моему. Да, там легче. Вот она. Вот она какая. Вот ты какая. Угу. Вот из этой части можно хорошо. Ну да ладно. Так вот, горка растет, растет. Куча мала. Камень когда смотрится? Когда он влажный. О, сразу как заиграло все. Вот этот надо еще добросать. Ну вот, пока все. Как-то так. Так, буду добавлять и отсюда, и он из того. Горка пошла. О, это Санникова, я уже показывал. Ну вот, а это вот жирный рисунок, очень красивый. Да. Красный прожилок идет. Это брекча сверху, из верхней части. Жилы. Весьма неплохие образцы, конечно. Если вырезать, здесь интересные вещи могут получиться. Опа, тяжелый. Конечно, интересный камень, тем более для Рижевского района. Вон тоже. Какие неповторимые рисунки.